Сегодня школьники всей страны отмечают выпускной. И у нас в гостях автор песни, которая в этом году стала гимном выпускного. Рэп-исполнитель, композитор, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. Баста у нас в гостях! Встречаем! Василий Вакуленко сегодня приехал к нам со 100 персоны. Наверняка все спрашивают, твоя песня «Выпускной медлячок», насколько она автобиографична. Мы спросим тебя по-другому. Ты когда-нибудь ты сам навалял кому-нибудь за любовь в школе, в училище? Вообще был какой-то конфликт? Ну, как у всех у нормальных людей, конечно, было переживание за шквалящие эмоции, конечно, было все. Ну, отстаивать надо же свои чувства. Конечно. Ну что, этот сопливый толстячок у тебя в клипе? Это вот я вот такой был в школе. Серьезно? Да, один в один. Похож чем-то. Похоже, это один в один. Моя мама, когда поставила клип, говорит, сколько это нужно было людей, чтобы найти вот таким, каким ты был пончиком. Ты же в кино засветился. Московский кинофестиваль не мимо тебя прошел. Рассказ называется «Paradise Found». Да, да, да. И я читала интервью с Сергеем Соловьем, режиссером этого фильма. Он говорит, вообще я много читаю современной литературы, и я читала все нашумевшие модные романы, я цитирую, они большей частью производили на меня впечатление фуфла. А вот этот рассказ не произвел впечатление фуфла? На самом деле, я когда читал, он... Синопсис, Нет, он публиковался достаточно, я не помню. Да, в журнале, да, вот, и достаточно интересно, достаточно. Это на реальных событиях, это вот сын Геласимова уходил в армию, и он написал как бы вот об этом. Там синопсис такой, да, парень уходит в армию, его никто ждать из армии не будет, он покупает себе модные кеды, чтобы хотя бы какая-то мотивация вернуться на родину. Ну да, это по-взрослому тогда. Вот, ну, ему на самом деле так... скучно и грустно. Да, что самому вот, по жизни. Да, Вот фильм снят в черно-белой, как-то стилистика называется, да? У нас ассоциируется это, ну, обычно с каким-то депрессником. Это депрессивное кино? Это сложное кино. Это такой достаточно терапевтический фильм. Вот. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Был в гостях. Спасибо. Василий Вакуленко, да, один из самых честных людей в кино и в музыке. Спасибо. Спасибо большое.